Такие экспонаты, сделанные своими руками, привезла из Санкт-Петербурга швея и художник-оформитель Лариса Дергачева. Ткани для своих изделий она собирает много лет. Это хлопок, сатин, ситец, шелк, лен. Главное, чтобы лоскутки, из которых шьется изделие, были очень красивыми. Чаще всего это цветочные композиции. Любители народного творчества охотно украшают ими свой интерьер. Занимаюсь только этим. Начала заниматься благодаря своей дочке Варьке, которая была в животе. Думаю, она родится, как бы сделать, чтобы угол ее украсить. Да, и вот я начала шить детские настенные панно, простые-препростые, увлеклась этим делом. Сейчас ей 25 лет, Варе, 26, значит, я вот 26 занимаюсь только тряпочками. Выставка лоскутных изделий откроется в Художественном музее Сочи в среду, 10 сентября, в 15 часов.